Волков. Силы Объединенного Земного Управления взяли под контроль планету Чар и промотили вывод теня, оперившегося нового высшего разума. Используя пси-дисраптор, Объединенное Земное Управление остается единственным неоспоримым хозяином этого сектора. Керриган, разыскав неизвестных союзников, планирует уничтожить пси-дисраптор и вывести из-под контроля высший разум. Приветствую! К этому моменту вы уже поняли, что я разъединила вашу связь с высшим разумом и вашими братьями-изменениями. В этом нет ничего личного. Но мне бы не хотелось, чтобы вы тоже попали под их влияние. Вы теперь мои. Верно служите мне, я оставлю вам жизнь. Моя королева, простите, но визитеры, которых вы ожидали, уже прибыли. Наконец-то! Да, никто из нас особенно не торопился сюда. Сэр. Все еще подозрительно ко мне относишься, Джим? Всегда. Эх, тогда на Айгуре я рассказала вам обоим о высшем разуме и попытке директората взять над ним контроль. Директорат сделал это. Они приручили высший разум и теперь контролируют большинство зергов в этом секторе. Поэтому я попросила вас о помощи. Ты хочешь, чтобы мы помогли избавиться от директората? Чтобы ты одна управляла зергами? Неверно, Феникс. Мы должны убрать, потому что если мы этого не сделаем, они поработят и нас всех. Ты знаешь, что я права, Джим. Ты изучал историю Земли. Ты знаешь, на что они способны. Контроль над зергами — это только начало. Может быть. Я не знаю. Моя королева, еще раз прошу простить меня, но у нас серьезная проблема. Джентльмены, мы продолжим нашу беседу в следующий раз. Слушаю, Дюран. Сигнал пси-дисраптора Старсониса рассеял наши рои, и они вышли из-под контроля. Вот что мне нужно. Мозг, возьми несколько зергов и сделай все возможное, чтобы спасти кластеры улей под разрушение. Я не могу позволить убить себя моим собственным слугам. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир. Я готов представить вам интереснейшее прохождение за зергов. Поехали! The Hive Cluster is under attack. Ну что ж, наша основная задача — спасти все и вся. Отлично. Моя королева, ульи не подчиняются приказам. Нет никакого подкрепления. Вы должны выполнить свой долг. Убейте изменников во имя вашей королевы. Здесь спасли, ребят. Здесь тоже спасли. Сами от себя. И от них, и от всех. Отлично. Чем больше у нас будет гидры, тем лучше. Нам нужно как можно шустрее проходить все эти места. Давайте бегом, 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 бегом. Спешим, друзья мои, спешим. Засаду сейчас какую-нибудь нам устроят здесь негодяи. Ну как-то так. Ладно, что нас ждет здесь? Отлично. О, да. Замечательные ребята. Так. Первые и вторые. Okay.
Надо спасти все как можно шустрее. Летим быстро сюда, не обращая ни на что внимания. Как можно скорее. Отлично. Бамс, еще одни наши друзья. Замечательно. Так. Жестковато здесь немножечко. Да ладно, вроде спасли. Окей. Бежим дальше. Наша основная задача все такая же. Спасти остальных всех. И вся. Ну, я надеюсь, что эта миссия в итоге получится довольно шустрой. Так, во-первых, паразита. Замечательно. Ну, можно было через паразитов как-то контролировать это дело, но... Окей. Ну, точнее, не через паразитов, а через замедление, простите. Так, хорошо. Втыкаем все это дело на себя, так сказать. Отлично. Бежим вниз. Есть куча гидры. Нужно куча гидры. Там потому что куча муты. Паразит. Брудлинги и все остальные. Ладно, бежим сюда резко. Выжили вроде бы. Нам здесь дали вот этих ребят замечательных. И давайте загружаемся внутрь. Замечательно, у нас куча народу появилась, куча гидры. Которая, в принципе, вносит все, что здесь только есть. Великолепно, великолепно. Давайте отходим чуть назад. Победа, все, миссия завершена. Всем спасибо за просмотр, пока-пока.